Новый подарок городу от УФСИН. Две лавочки и столик установили в городском детском парке. Все эти предметы изготовили заключенные 4-й исправительной колонии. На то, чтобы создать из ненужного железа и обычного дерева предмет искусства, ушел месяц. Поскольку скамейки и столик на кованом основании, специалисты надеются, что они прослужат долго. Стоит отметить, что сотрудники службы исполнения наказаний и заключенные регулярно участвуют в благотворительных акциях, помогают приютам, организовывают добрые ярмарки. А в ближайшее время в местах лишения свободы закончат изготовление игрушек для животных приюта «Майский день». Сегодня не тот день, в который решила 4-я колония, исправительная колония номер 4 строгого режима, преподнести городу и жителям города Иваново подарок. Такие замечательные лавочки, замечательный стол. Мне кажется, что не в праздники, а просто даже выходные жителям города будет приятно сидеть и комфортно себя чувствовать на этих замечательных лавочках.